Себя. Систем. Мы с тобой выучили два движения. Сейчас будет третье. Попробуй его. Оно как бы основное в шафле, да? Там три движения по четыре основных. Вот это третье. Будем с ним знакомиться. Называется оно тистеп. Делается оно сложновато. Но во вторник ты придешь на тренировку и там попробуйте уже лично. Ну, а мы подготовимся к этому. Что мы делаем в начале? Смотри. Для начала мы встанем вот так. Правую ножку вверх поднимем и будем шагать влево, точнее вправо. Пяточка, носочек. Пяточка, носочек. По-моему, мы это уже делали на тренировке. Если уже не... Также поменяем ногу и в другую сторону. Вот туда пройдемся. Если это получается, тогда движемся дальше. Мы поднимаем ногу как в раннинг мэне, то есть запрыгиваем, да, и шагаем вправо на носочки. В этот момент нам нужно поставить нашу ногу вниз, вот так. Оп. Угу. Теперь, когда мы поднимаем ногу вверх, эта нога у нас шагает на пяточки. То есть, как мы шагали вправо, так она и продолжает шагать. Но одновременно надо поднять ногу. Если у тебя так сделать не получается, пробуй сначала поднять, а потом шагнуть. Либо сначала шагнуть, а потом поднять. И сделать опять шаг. Раз. Если так не получается, пробуй сначала сделать шаг, а потом опустить ногу. Опять. Если у тебя не получается сделать одновременно, ты сначала шагаешь, поднимаешь ногу. Шагаешь, опускаешь ногу. Шагаешь, поднимаешь ногу. Шагаешь, опускаешь ногу. Как только это пойдет легко, начинаешь пробовать одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И то же самое с левой ногой. Сначала шагаешь, поднимаешь ногу, шагаешь, ставишь ногу. Шагаешь, поднимаешь ногу, шагаешь, ставишь ногу. И одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Движение основное и... Пробуй также вот это движение. Тоже мы с тобой, по-моему, учили на тренировке. Позиция косолапа. И в сторону. Раз, шагнули. Два. Раз, два. Одна нога у нас шагает на пяточке, другая на носочке. И обратно. На носочке, на пяточке. В позицию косолапа. И в другую сторону. Теперь уже наоборот. Левая нога поворачивается на пяточке, а правая на носочке. И также обратно. Хоп, хоп. Но когда у тебя получится отдельно делать, если хорошо получается отдельно делать, пробуй тогда уже делать одновременно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это основа. Она тоже подготовит твои ноги как бы к тистепу. Сначала вообще учится это движение, потом тистеп. Вот, так что ты попробуй то и то. Если тистеп не получается, тогда учи сначала это. Раз, два, три, четыре. И сначала, если не получается вместе, медленно прорабатываем. Сначала правая нога на пяточке, потом левая нога на носочке. И обратно. Раз, два. И то же самое в другую сторону. Раз, два. Когда много-много это раз повторишь, ноги это запомнят, будешь делать на автоматизме. Я даже не думаю, что там ноги делают, они сами просто движение выполняют. Да? Вот. Все, пробую. Обязательно напиши, как у тебя получается. Вот, жду обратной связи. Я уже через неделю вернусь. Так что увидимся.